Друзья, всем привет, с вами Федоров Константин, и вы не поверите, что меня побудило так резко рано утром проснуться и срочно записать это видео. Многие слышали, что у нас в Линнахамаре, в Печенском районе, взрывали дом, ну, точнее, его сносили путем взрыва. И вот такие, один из подписчиков, Альберт Фазлиев прислал нам видео с разных ракурсов этого места, места события. То есть, это крутая картинка. Вы сейчас будете смотреть офигенный видос, как взрывают дом с разных сразу точек обзора. И все это круто. Давайте смотреть. Приятного просмотра. Я думаю, многим из вас понравился этот ролик. Увиденное явно не оставит равнодушным многих, потому что это как бы красиво. Тут ничего не передашь словами. А вот, одни эмоции. Лучше, конечно, это вживую испытать. И вы слышали на заднем фоне зрителей, которые тоже явно очень так это бурно эмоциями так встречали это событие. Тем не менее, смотрите, что у нас интересного в районе, подписывайтесь на наш канал, и, соответственно, ссылки на тех, кто нам присылает, тоже мы кидаем в описании. Всем спасибо, всем пока и хорошего дня!